Всем привет, играем в Фазмофобию, Зула Кошмар без улик, Близ Дейл. Сегодня у нас в программе кто? Джуди Кардера, сбежать благовонием направленный микрофон. Слушай, направленный микрофон, отвали от меня, отвали, серьезно, отстань, я не хочу больше ничего слушать про направленный микрофон, ну это просто нечестно. У меня раньше, когда у меня был третий тир и все остальные тиры мира, мне никогда так часто не выпадал этот вонючий направленный микрофон. Стоило мне поменять все. Пожалуйста, направленный микрофон в каждой катке, которую нужно ждать минут по 15. Когда ты просто стоишь. Unbelievable. Еще и свет на чердаке. Ну, может, пока будем идти, что-нибудь заметим. Какие-нибудь кости. Так, зеркало. Отлично. И это, можно сказать, повезло. Так. Свет есть. Окей. Пойдем подсмотрим, наверное. Что нам тянуть-то? Близ Дейл большой. В данном случае не пользоваться зеркалом даже как-то глупо, поэтому. Так. Но это точно валяется. Но, скорее всего, это не прачка, а вот это вот ванная, да? Угу. Ладно, смотри, можно и не пользоваться зеркалом, если ты достаточно удачлив. Так, дверь теребится, ржится рожь, овес овсица. Кость бы хорошо заметить где-нибудь, но пока не наблюдается. Ну, сейчас пробегусь быстренько на дурачка. Может, она огромная тут где-нибудь восседает? Да если большая кость, знаете, там таз или позвоночник, они прям восседают, мне кажется. Такие кости поменьше, они просто валяются. Ага, вот просто валяется... И это самое, челюсть. Челюсть валяется. Хорошо. Тогда смотри, у нас, в принципе, все есть. У нас есть проклятый предмет, у нас есть кость, у нас есть комната призрака. Чего у нас нет? Это пока что выполненного направленного микрофона, а там комнатуха мелкая. Как всегда. Ладно, чё заранее отчаиваться, да? Сейчас пойдем потихонечку, полегонечку. Никуда не торопимся. Проверяем на мимика. Это важно. Сейчас мимики коварны. Нет, ничего такого нет. Так, около входа посыпем, чтоб не вышел просто так никуда. Да. Нам теперь еще возьмем соль и возьмем сразу направленный, потому что, ну, времени на него может потребоваться очень много.
Что за погода, кстати, облачная? А, сбежать и заблаговонять. То есть те два задания выполняются, можно сказать, в пассивном режиме. И еще и одно вместе с другим. Ну, не одновременно, но плюс-минус. А, блин, направленный дурацкий. Ну, могли мне выдать какой-нибудь там ЭМП пощупать? О. Но это взаимодействие. А здесь одна нога была. Может, сейчас не фоткать? Ладно, сфоткаю. Интересно, он во все кучки наступил или в одну не наступил? Давайте я пока сфоткаю два, а там посмотрим. Да? На самом деле, я думаю, что здесь четыре, как минимум. С огнем играю, знаю. Все прекрасно понимаю. Ну давай, Джуди Кардера, не подведи. Может, вот так встать? Банки соли валяются. А где мы прятаться, кстати, будем, если вдруг чё? Чё-то там кроватка задвинута была. Ширмы, по-моему, там нет. В прачке надо посмотреть. Или кроватка всегда здесь задвинута? Взаимодействие. Соль. Соль. Все. Все соли кончились. А я кость не забрала. Пойдем заберем. Как раз последнее фото. Это чпоньк. Так, хорошо. С этим разобрались. Сразу проверяем. Ну, здесь можно в целом, конечно, примастыриться вот тут. Нормальная тема. Туда и побежим, если вдруг что. Может, вот так вот встать? Ой. Оу. Светобаги. Ну что, будет какая-нибудь призрачная активность какая-никакая? А? По идее, сейчас не должно быть атаки внезапной, если это не кто-то из рано охотящихся. Ну, видимо, нет. Стояла, поморгала. Я даже не видела, честно говоря, тень была. Какая-то невнятная. Блин, ну реально это невыносимо. Ну просто тупо стоять с направленным. Такая лотерея. Спасибо, блин. Спасибо. Ой. Так, здесь низенько коробки расположены. Но если что, можно и сюда.
Если она сюда не зайдет, то, в принципе, мы здесь будем в безопасности. Я думаю, что мы будем вызывать охоту где-то здесь. Сейчас нам тогда нужны все благовошки, которые мы можем себе позволить, а мы можем позволить себе 4 штуки на данном этапе. И тогда сейчас отправляемся на охоту. Технически это призрак, конечно, отправляется на охоту, но мы-то с вами знаем, что это мы, гост-хантеры. Мы охотимся на них, а не они на нас. Я надеюсь, что нам попадется какой-нибудь интересненький типок. Типуля, точнее. Это же девочка, Джуди. Сомневаюсь, что типуля — это женский род, этот типок. Но я думаю, что вы меня поняли. Так, ну давай подглядывать. Достаточно. Пока нет. Ты охренела, что ли? Ты так не делай. Гостит она рядом со мной, ты видел? Сейчас сюда же пойдет ведь. Так, а ну не балуйся. Скорость обычная. Плохо. Я, если честно, не успела ничего разглядеть. Кроме того, что это маленькая ползучка. И она выбежала из... Почему мы без света остались? Выбежала из прачки. Но из прачки она выбежала не потому, что комнату поменяла, а потому что она гастанула рядом со мной. И, соответственно, шла обратно. Так, выбивает нам пробки точно не джин. Джины таким не промышляют. Я надеюсь, что сейчас она издалека начнет атаку. Да ты какая? Ну, не похоже на Они. Может, это баншуха, которая ходит за мной? Она мне банкой в лицо кинула. Может, конечно, она сюда переехала. Ну-ка. Ну, здесь чуть-чуть отросло, да. Здесь поднимается. Просто если она сюда переехала, ставить датчики движения в коридоре бессмысленно. Ну а как мы узнаем, переехала она сюда или нет? Она просто постоянно гостит рядом со мной.
Только гастанула и сразу охота. Это просто какая-то неделя фейлов. Ну разве так можно, маленькая девочка? Ты посмотри на себя-то. Куда ты лезешь? Тут взрослая тетя делает идеальное расследование. Это еще и Полтер. Слушайте, ну Фазма на этой неделе у меня, по крайней мере, ну, взбесилась. Просто взбесилась. С другой стороны, ну, у меня не было особо шансов рассмотреть, что это полтергейст, кроме того, что она мне кружку кинула в лицо. Но я не заметила, что там прям была какая-то дикая скорость. Удивительная, удивительная девчонка. Смена комнаты один раз. Ну, видимо, она все-таки переехала в коридор, и там-то я и встретила свою безвременную кончину. Ну, такое тоже бывает. Госхантерам нужно отправляться периодически на переквалификацию, чтобы с третьим престижем вновь осваивать азы госхантерства. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в новых сериях. Всем пока-пока.